Теремок ТВ. Много чудес увидеть хочу. Садитесь скорее, я вас прокачу. На помощь всегда спешить я привык. Пик – волшебный грузовик. Пик – волшебный грузовик. Привет, ребята! Я грузовичок Пик. Привет! Хотите покататься со мной? Да! Тогда садитесь в кузов. Постой, Пик. О, это же мудрое дерево! Здравствуй, дерево! Как ты меня нашла? Здравствуй, Пик. Разве ты забыл, что я знаю все на свете и могу появиться где угодно? У меня для тебя есть очень важная новость. Какая? Скажи мне скорее! В лесу нужна твоя помощь, Пик. Помощь? Ну что случилось? Быстрая и широкая речка пересохла. А ведь лесные обитатели нуждаются в ней. Прояви смекалку и не забывай о помощи друзей. Ты справишься, Пик. Ребята, вы поможете мне вернуть речку лесным жителям? Да! Тогда поехали! Пик, волшебный грузовик! Ой, кто это сказал? Привет, я грузовичок Пик, а ты кто? Привет, я рыбка. А почему ты такая грустная, рыбка? Потому что в моей речке пропала вода. Так вот о чем говорило мудрое дерево. Но почему она пропала, рыбка? И куда она пропала? Не знаю. Еще вчера здесь была широкая речка. А теперь это все, что осталось, и мне нечем дышать. Нечем дышать? Но ведь воздух такой свежий. Я же рыбка, а рыбки могут дышать только в воде. Воды, воды. Не грусти, рыбка, я тебе помогу. Как же ты мне поможешь? А это мы сейчас узнаем. Ребята, в моем волшебном кузове можно найти все, что угодно. Нужно лишь сделать правильный выбор. Пик-пик, загляни в кузов. Ну-ка посмотрим, что нам понадобится. Мячик, отвертка или аквариум? Аквариум! Вы правы, ребята! Спасибо! Ты спас мне жизнь, Пик! А теперь мы найдем твою речку, рыбка! О, так вот в чем дело! Интересно, как же так случилось? Наверняка мудрое дерево знает ответ. На пути быстрой речки оказался большой камень. Он перекрыл течение реки, и русло пересохло. Ох, неужели наш лес навсегда останется без речки? Конечно нет, сейчас будет речка. Мне снова нужна ваша помощь. Я умею превращаться в любую машину. Только вот не знаю, какая машина нужна. Подскажете мне? Да! Пожарная машина, подъемный кран или грузовик? Подъемный кран! Пик-пик, начинаю трансформацию! Я рад, что смог помочь. Ты молодец, Пик. И вы, ребята, тоже молодцы. Спасибо, мудрое дерево. Наши друзья очень мне помогли. Вам понравилось наше путешествие, ребята? Да! Тогда до встречи. Впереди нас ждет еще много приключений. Пока! Пока, Пик! Много чудес увидеть хочу. Садитесь скорее, я вас прокачу. На помощь всегда спешить я привык. Пик – волшебный грузовик. Пик – волшебный грузовик. Много чудес увидеть хочу. Садитесь скорее, я вас прокачу. На помощь всегда спешить я привык. Пик – волшебный грузовик.
Вам нравится моя песенка? Да! Тогда подпевайте! На помощь всегда спешить я привык. О! Это же волшебное дерево! Здравствуй! Здравствуй, Пик! Зайчата собираются устроить футбольный матч, но... Футбольный матч? Это же здорово! Я обожаю футбол! А вы любите футбол, ребята? Да! Тогда поехали скорее! Но, Пик, послушай! Что? Я уже опаздываю! Пик, волшебный грузовик! Привет, зайчата! А где же футбол? Неужели я опоздал? Нет, Пик, ты не опоздал. Похоже, игры и вовсе не будет. Не будет? Но почему? Только посмотри, где мячик. Мы с Ушастиком просто хотели размяться перед игрой. Я, кажется, пнул слишком сильно. И вот, мячик улетел. И мы не можем его достать. Мы же не умеем плавать. Как жаль, а я так спешил на матч. Ой, я так торопился, что даже не дослушал волшебное дерево. А оно ведь хотело что-то сказать. Верно, Пик, ты меня не дослушал. Волшебное дерево! Я хотела сказать, что зайчатам нужна твоя помощь, Пик. Надо подумать. Ребята, мне нужна ваша помощь. Я умею превращаться в любую машину. Только вот не знаю, какая машина нужна. Подскажете мне? Подъемный кран, водовоз, лодка. Что же выбрать? Лодку! Точно! Как же я и сам не догадался. Пик-пик, начинаю трансформацию. Мячик сдулся. А как это сдулся? Это значит, в нем слишком мало воздуха. Ведь для того, чтобы быть упругим, мячик должен быть накачан воздухом. Не грустите, зайчата. Давайте-ка посмотрим, что в кузове. Ребята, в моем волшебном кузове можно найти все, что угодно. Нужно лишь сделать правильный выбор. Пик-пик, загляни в кузов. Ну-ка. Вентилятор, насос, молоток. Что же выбрать, друзья? Насос! Вы правы, ребята! С помощью насоса можно накачать мяч. Готово! Ура! Вот теперь можно играть в футбол. Спасибо тебе, Пик! Ты нам очень помог! Не за что, зайчата! Скажите спасибо моим друзьям! Вы все молодцы! И ты, Пик, и вы, ребята! А теперь давайте играть в футбол! Да!